вы видите, друзья, тут такая как бы распродажа. Они всю неделю продавали что-то, а теперь распродают. Вот тут все, что есть по десятке, но они накрыли черными такими тряпками, вы видите, и как бы неизвестно сколько есть, чего есть. И вот я пришел поснимать. Сейчас разыгрывают какую-то лотерею, там ставят билетики, потом будут выигрывать. Я не знаю, чего там будет выиграть, я поздно, поздно подошел. That's enough, ladies and gentlemen, because we have to start. We have to start enough, right? Yes. I'm okay, what are the people? Someone from Canada here? I didn't hear. Someone from the States? Yeah. There are a lot of people from the States, here you go. Alguien de Puerto Rico? Despacito, cálmense muchachos. Vamos a empezar la rifa tranquilo, todo bien. Sí. ¿Cómo, cómo? New Jersey, a lot of people from New Jersey. Oh my god, a lot of people from New Jersey. Who else? ¿Quién más? Pennsylvania, we're here. Mira, flaco. Ese negro con blanco ahí. Ребята из Пуэрто-Рико хотят что-то прикупить. Недорого. So, you want me to start a raffle or not? Quieren que empecemos la rifa o no? Come on, vamos. Давай размешиваем билетики в барабане. Мы там не видим со спины. Они сейчас номер выиграют. Скажут, я тоже себе один взял. Окей, я вам на миксе тикет. Мекла. Я там. Ага, кто-то должен там, наверное, вытянуть, ну давай. Okay, so you're gonna have to pick the ticket, right? So, please, I have to tell you something first. In which deck are you staying, madam? Which deck is your room? Thank you. Yeah, which deck? Which floor? Eight. Deck 8, so everybody know where to look the lady. You're gonna pick a ticket. Okay, just big makers, please get the winning ticket. What's your name, Matthew? Rebecca. Come on, Rebecca. Exactly, mix it. Женщина просто помешивает. Okay, so get the winner now. Everybody with your tickets in your hand. Then I'm gonna send the number in English, and of course, then I'm gonna send the number on Espanol. Remember, ladies and gentlemen, before you get the raffle, I'm gonna tell you two things. Remember that everything on the table is $10. Todas las mesas van a estar $10. Así que no me venga, Marco, ¿cuánto está esto? Marco, ¿cuánto está aquello? Está todo $10. Everything is $10 here. Don't ask me. $10. Everything is $10. You can go and pay to the general store as well. It's gonna be really busy. Vamos a estar ocupado. Pueden pagar allá en el general store o en la tienda de souvenirs. You're gonna get paid there as well. Вы, друзья, видите часы за $10, которые я купил. Я вам говорил, что там все по $10, а я специально туда пришел с камерой. Ну, с одной стороны, снять бардак, а с другой стороны, купить часы. Потому что у меня есть вот такая манера покупать за $10 часы для путешествий. Потому что я вообще часы на руке не ношу. Но у меня были другие, купленные в Италии за $10, на них села батарейка. Когда мы уже прилетели, значит, в Пуэрто-Рико, я тогда их выбросил, чтобы не менять батарейку. И думаю, куплю себе еще за $10. И вот была такая оказия. Значит, я хочу сказать, что вы видели, там было много пуэрториканцев, и, значит, несколько здоровенных мужиков стояли там тройным кольцом. И я не мог реально, значит, первым достигнуть этого места, а там сказано было, что вот все, что есть, все вот тут. Соответственно, когда сигнал подан был, а на самом деле они еще до этого там уже посматривали, там тряпка черная лежала. Так они, значит, там эти три мужика, вот они там два десятка вот этих коробочек вот было, разных, они все разные. И они сгребли втроем, сколько в руки у них вошло, а две у них не вошло. И, значит, одна была квадратненькая там, часики квадратненькие, другая была кругленькая, я потому что я больше люблю кругленькие, и я, поскольку они плотные, но не высокие, а я, ну, может быть, тоже не такой уже субтильный.
Но все-таки, вот, и я вот через их голову, значит, туда дотянулся вот до этой штуки и унес. Есть ощущение, что ты ухватил дефицит, и настроение от этого очень хорошее. Ты понимаешь, они взяли эти 20 часов втроем, отошли на метр в сторону, на два. И, соответственно, они их там стали рассматривать, понимаешь? Они их стали рассматривать, чтобы понять, что они хотят взять, что они не хотят взять. Может быть, они потом что-то из этого отнесут обратно, я не знаю. Но, во всяком случае, это не было таким актом, знаешь, купить что-то там по дешевке. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что за десятку шикарные часы, они такие плоские. Ну, шикарные, но сама... И на них написано, Света, что это круиз. Сама ситуация, да, там написано круз, там чего-то, клаб. Сама ситуация, когда должен был там в какой-то очереди бороться, толкаться, дотягиваться. Зато фану-то прийти сколько? За 10 минут и так далее. Это, Света, это такое ностальгическое. Я вот сразу вспомнил вот эти навыки, приобретенные в московском метро, когда ты пихаешься, там протискиваешься и так еще. Обычно Света еще за мной шла. Правда, за мной хорошо было ходить? Да. В московских толкучках, когда я пробивал дорогу, она сзади так ту-ту-ту-ту за мной пристраивалась, вот так ходила. И вот я вспомнил вот это, сейчас помолодел на 30 лет. Да, и столько фанов. Столько фану. Друзья, когда кончится батарейка, я, наверное, куплю себе новую, я не знаю. Ну, посмотрим. В общем, пока вот у меня такое приобретение. Надо сказать, друзья, что даже через 2 часа после описываемых мной событий, значит, народу, ну, может быть, чуть меньше, конечно, чем было. Нет такого, чтобы в 3 слоя стояли. Но буйство шопинга, в общем, продолжается. И вот, друзья, завершение всего. Приходишь с ужина, и тебе вот, значит, новую фигурку из полотенца. Я это рассматриваю как барбоса. Вот, хотя лапки у него сзади такие ближе. А может, быть, это свинюшка? К другому. Это на свинью похоже. Ну, послушай, откуда у свиньи такие уши? Что ты говоришь? А зато, да, он небольшой. Нет, нет, Света, пятачок прям это такой. Очевидный барбос, очевидный. Но мнения разделились. А хвостик есть у него свиной? Хвостика нет никакого.